Вот, мы вышли из автобуса, значит, дорога заняла от горки город. Мы торгуем вязаными вещами ручной работы для деток и взрослых. Хотя, как сказал один наш мудрый клиент, я просто добавлю туда рома. Персик, айва, имбирь, марихуана. Сегодня день рождения мой, но у меня нету просто сил, я так устала. Солнце шикарное. Что мы, ребят, сейчас едем на Роза Хутор, продолжение ярмарки, идем на автобус, уже опаздываем, побежали! Да, вот получается это фуникулер горки город, и прямо напротив автобусная остановка, подъехал автобус, вот 63-й на Роза Хутор идет, и получается стоимость здесь 25 рублей с человека. Да, дети до 6 лет бесплатно. Тань, вчера было 25, сегодня 22. Да? Другой автобус. Другой, наверное, автобус. Да. Вот так вот горнолыжники передвигаются между курортами. Самый простой способ добраться, самый бюджетный, до Розы. Вот, мы вышли из автобуса, значит, дорога заняла от горки город до Розы Хутор 18 минут ровно. А если вы добираетесь с горки город до Газпрома, то эта дорога занимает 5 минут. То есть примерно на такое время ориентируйтесь. В автобусе народу мало. Сейчас уже 7 января. Соответственно, люди потихоньку разъезжаются по своим городам. Горячий сезон немножко успокаивается. И, соответственно, уже не так много пробок, много людей. То есть довольно комфортно уже здесь отдыхать. Ну что, друзья, мы на Роза Хутор, на Поляна Маркет. Очень много народу участвуем. Вот выкроила минутку для того, чтобы чуть-чуть записать для вас. Надеюсь, пока я тут хожу, у меня не набежит народ, потому что буквально минута проходит, и сразу толпа возле нашего домика. Вот, это, конечно, классно. Я очень рада. Очень много людей здесь. Вот, и покупают, и просто гуляют, и очень здесь всего красивого. Я сейчас попытаюсь быстренько пробежаться по ярмарке и показать вам всю красоту, какую здесь представлена. Все, что делают здесь своими руками, наши очумелые ручки, так скажем. Вот. И погода сегодня шикарная, с утра шел дождь. Мы сначала расстроились, думали, никого не будет. Но буквально к тому моменту, когда мы открылись, выглянуло солнышко, стало очень тепло, классно. Ну и народ сразу выбежал на прогулки, гуляет. Очень оживленно, очень много народу. Всех, кстати, с наступающим Рождеством. Меня с днем рождения, с моим днем рождения, я нахожусь на ярмарке. Сходил, купил кофе, 120 рублей, вот такая баночка американо. Вот оно, закулисье ярмарочной жизни. Где все, Тань? Откуда я знаю? Никто не пришел сегодня. Кому шарфики? Все, ручная работа. Шапочки вот. Помоги, Лёш. Эксклюзивные. Лёш, помогай. Что делать надо? Вон ту штуку распорка открывай. В общем, пришли мы в Макдональдс перекусить. Взяли себе два чая, картошку фри. Заодно погреемся, да, Саш? Сашка замерз? Здравствуйте. Чем вы занимаетесь? Чем вы торгуете? Мы торгуем вязаными вещами ручной работы для деток и взрослых из натуральной шерсти. Здравствуйте. Смотрите, какие у нас соседи классные. Ну-ка расскажите нам, что у вас такого вкусного продается? У нас тут много что вкусненького. И фруктовые чипсы вкусненькие. У нас есть мандаринчики, хурма, апельсины. Апельсинки, витаминки. Вообще, концентр, посмотрите, какие они классные. Сейчас я вам покажу, они такие классные. Надо вот так близко покажу. Дай попробовать. Ну-ка пробуйте, хрустите на камеру туда. О. Нет. И вот это апельсинка, витаминка. Офигеть, как вкусно. Ой, вкусно. Да, вот такие хрустят. Вот классные наборы есть. Они с глинтвейном. Просто добавь. Что такой набор? Вот стоит. Такой набор стоит 490. Здесь глинтвейн, вот такой вот набор для глинтвейна. Просто давай...
завариваете кипяточком, ждете 30-40 минут, добавляете мед по вкусу, и божественный напиток готов. То есть вино даже не добавлять? Вообще не вина, не надо искать вина, не надо искать сока, просто кипяточком. Хотя, как сказал один наш мудрый клиент, я просто добавлю туда рома. Да, и жизнь сразу заиграет другими красками. Вот такие вот наборчики для глинтвейна у нас есть. Прянички. Прянички, прекрасные, красивые вот такие вот у нас. И снеговички. Замечательные. Вот такие рукавички со снеговичками. Супер. А еще у нас акция. Берете два пряничка, а третий получаете в подарок. Здорово. Мы любим делать подарки клиентам. И почти все у нас получают вкусные мандаринки. Приходите. Хорошо, спасибо, придем. Смотрите, какое варенье. Отдадите попробовать что-нибудь? Персик, айва, имбирь, фейхуан. Ребят, я пробовала варенье с фейхуан. Такое вкусное. Просто обалденное. Сейчас точно себе что-нибудь возьмем. Давайте горячего чая. Обалденное. Ну что, ребят, я взяла варенье из киви. Смотрите, как все красиво. Это краснополянская косметика. Смотрите, какая красивая вывеска. А это майки, смотрите, которые светятся в темноте. Тут все время очередь. Куколки, смотрите, какие забавные, красивые. Хендмейд шапочки, мордашки всякие разные, красивые. Украшения. Подарков, конечно, здесь накупить к новогодним праздникам и Рождеству можно много-много-много всяких разных. А что в этом колечке, что за камушек? Это кварцевцам. Кварц? И сколько такое колечко стоит? Это 1000 рублей. Здесь кварцы более крупные кристаллы. А скажите, вот это что за металл? Гальваническое покрытие. Но оно не тебе? А можете мне дать какой-нибудь попробовать на пальчик? О, смотрите, как красиво. Чурчхела. Как у нас красиво. Девочки, машем! Молодец! Смотрите, какие у нас ловцы красивые Катя делает. Сейчас пришли на детскую площадку. Саш, помаши рукой. Вот такой домик есть, скалолазание. Находится прямо напротив отеля Тулипин. Кстати, он тоже довольно недорогой, на Розе Хутор считается. И еще в этой сети есть апартаменты с собственной кухней. Любимое развлечение деток – качели. Саша гоняет нас на джипе. На Гелендвагене делаем. Вот такое развлечение. 200 рублей 10 минут. Атмосфера очень комфортная и приятная. Вот. Супер рождественский. Сейчас огоньки горят так красиво. Сейчас я вам покажу. Посмотрите, как красиво, красиво. Девушка мерит шапочку. Я стою в домике, и такой вид у нас из домика. Вот мои шапочки, тыковки. Видите, какой у нас здесь вид красивый сзади, из нашего домика на площадь у ратуши. И вот здесь вот проходит
концерт на другом стороне реки. Так вот прошел первый день маркета. Слышите, что у меня нет голоса? Он пропал, потому что очень много народу было. У меня половина шапок разбежались, так скажем, по своим владельцам. Мы сейчас идем, покушали. Я уже вернулась с Лешей к детям. Вот, мы покушали. Сегодня день рождения мой, но у меня нету просто сил. Я так устала. Сегодня просто почти не было передышек. Вот. Что случилось? День рождения? Да, мы завтра купим тортик и будем кушать с утра. Хорошо? И мама будет задавать свечки. А еще сегодня Рождество. Я всех поздравляю с Рождеством. Я родилась под Рождество без 5:12. Такой рождественский подарок для моих родителей. Так что поздравления я всегда принимаю под Рождество. Вот, мы идем сейчас в магазин. Очень много народу на курорте. Я уже пыхчу, потому что у меня совсем нет голоса. Я сейчас выпила горячий чай. Вот, мы идем в машину за зарядками. Забежим в магазин и будем подниматься на подъемнике. День был шикарный, крутейший день. Я столько людей видела, столько получила эмоций. Конечно же, я устала, но это стоит того. Ты общаешься, узнаешь. Я много познакомилась с кем, раздала свои контакты. В общем, круто, круто, круто. Если вы являетесь каким-то хендмейдером, создаете свои вещи или просто создаете свою продукцию, я всем рекомендую заниматься таким мероприятием. Обязательно выставляться на каких-то маркетах. Заговариваюсь я уже. Смотрите, какая у нас здесь красота. Вот, а вот там вот горы. Смотрите, какая красота. У Сашки ручки замерзли. Я говорю, Леша, представляешь, сколько было бы слез? Мы оставили коробочку с Сашиными кристаллами, которые он из каждого лего собирал. Слышите, какой у меня крутой голос? Вот. И мы ее, если бы мы ее потеряли, это была бы трагедия. Вот, но мы ее нашли. Что ты потерял? Покажи нам. А что это? Это сокровище. Вот и подошли к концу наши выходные. Крутые. Полны на эмоции. Я без голоса. Записали много видео. Всем до новых встреч. Пока-пока. Солнце шикарное.